Рекорды страны на телерадиоканале «Страна ФМ». А вот и мы, друзья. Доброе утро. 10.04. Это телерадиоканал «Страна ФМ». В эфире Влад Кутузов. И Лиза Калинина. Всем здравствуйте. Доброе утро еще раз. Да, и к тому же, рекорды страны. У нас сегодня будет очень много всего интересного. Но начать хотелось с приглашения вас, дорогие наши, на большой праздник, который состоится 10 сентября. Да, 10 сентября, уже в следующее воскресенье. Добро пожаловать. Приглашаем всех без исключения. Цветой бульвар. Да, 15.30. 15.30. Отметим сразу два замечательных праздника. День рождения Москвы, 870 лет. Mm-hmm. И день рождения телерадиоканала «Страна ФМ». Очень много крутых артистов, которых вы слушаете и смотрите на нашем телерадиоканале. И МАМ, и Джиган, и Две Маши, и группа Пицца. Ну, в общем, очень классные ребята. Еленичак, Алекс Малиновский. Да. Там огромное количество будет звезд, поэтому приходите, друзья. Со своими друзьями тоже. Ну и что, пожалуй, приступим уже к рекордам страны. Телерадиоканал «Страна ФМ» и Книга рекордов России представляет совместный проект, который так называется «Рекорды страны». В этом часть традиционно уже, как всегда, по понедельникам с 10 до 11 утра расскажем вам о самых крутых, о самых таких нереальных, ярких рекордах, установленных не так давно в нашей стране. Угу. У нас сегодня будет много всего. Вот мы рекорды, о рекордах расскажем. А также у нас будет розыгрыш, викторина. И самый такой ловкий человек, быстрый. Самый умный, да. Получит фирменную кепку от телерадиоканала «Страна ФМ». Она классная, есть за что побороться. И плюс ко всему, друзья, если вы вдруг тоже захотите установить собственный рекорд, такой оригинальный какой-то, и прославиться на всю страну, а вас, возможно, мы расскажем в ближайшем времени. Заходите на сайт книгарекордовроссии.ру. Там есть специальный разделчик, называется он «Установить рекорд». И там нужно заполнить небольшую анкету такую. Угу. После этого, собственно, вот все с вами может и произойти. И, кстати, важное условие – необходимо иметь российское гражданство. Вот, потому что рекорды России, между прочим. Да, а то вы установили рекорд, а оно вон как получилось. Да, возможно, вы станете героем нашей следующей программы, которая выходит по понедельникам. Давайте-ка собрались, посмотрим. В общем, друзья, прямо сейчас начинаем рекорды страны здесь у нас на стране ФМ. И о первом рекорде расскажем совсем скоро. 10.09 в Москве сейчас, точное московское время. Ну и начинаем на рекорды страны здесь у нас на телерадиоканале «Страна ФМ». Мне всегда, знаешь ли, с понедельника хочется установить рекорд какой-нибудь. Да? Я вот рассказываю о других рекордах, думаю, чего же я как-то не дошел до этого. Пора бы. Надо что-нибудь такое замутить. Это точно. Друзья, ну напоминаем, что не мы одни, а, конечно, Книга рекордов России вместе с нами представляет такой проект, который называется «Рекорды страны». И вот в этом часе мы уже готовы поделиться одним из. Да, и важный момент, что рекордов. Это будет не только услышать от нас, но все это можно будет посмотреть на экранах. Поэтому так. Как раз вот кто слушает в приемнике, настраивайте свои экранчики, пожалуйста, потому что все это можно будет увидеть прямо сейчас. Ну что, начнем? Давай. Итак, внимание, друзья, сибирский левша сделал самый маленький, чтобы вы думали, в тренде человек ведь. Самый спиннер. Маленький, абсолютно верно, маленький спиннер в мире вообще. Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко, так его зовут, изготовил самый маленький спиннер в мире. Новый национальный рекорд был, конечно, зарегистрирован в Книге рекордов России. Смотрите, вот чтобы вы понимали, игрушка 8 миллиметров в диаметре, вес всего 0,31 грамма, и автор приводит спиннер в действие легким дуновением в трубочку. Я вот, честно, не представляю, как это, но у нас есть удивительная возможность прямо сейчас все это увидеть. Давайте, друзья, посмотрим, как это было. Телек. Смотрим. Рекорды страны на телерадиоканале «Страна ФМ». Так. Я жду появления. А вот и наш рекордсмен, собственно, Анатолий Коненко. Так. Спиннер-то где? Где спиннер? Слушай, а как он в трубочку его дул вообще? Не понимаю. Как? Мне тоже кажется странно. Слушайте, друзья, маленький. Смотрите на... Рекорды страны на телерадиоканале «Страна ФМ». Да, рекорд страны на создание, значит, игрушки у мастера ушло ни много, ни мало. Мне кажется, много все-таки. Хотя для спиннера немало, наверное. Целую неделю он делал нехитрый механизм. Он изучил за час. То есть, как работает спиннер, он за час понял? Да. Ну, там несложная конструкция. А чтобы сделать самый маленький, тут уже надо потрудиться. Что он сделал? Заводской подшипник диаметром всего 5 миллиметров для миниатюры оказался слишком велик. Альтернативные стали рубиновые камешки из советских механических наручных часов. Из них сибирский левша, он же Анатолий Коненко,
Лукашенко смастерил шарнир, на котором и крутятся лепестки из сплава серебра, золота и свинца. Так это еще и драгоценная вещь получилась, вот, смотри. Вот, то есть ценная какая. Серебро и золото. Еще повод интересен. Кто его вдохновил? Конечно же, женщина. Маленькая девочка, а точнее его внучка, она стала и главным критиком. И, видимо, теперь играет с этим маленьким спиннером. Ну, а почему нет, если все сложилось? Друзья, вы можете побить этот самый рекорд. Для этого необходимо создать спиннер, который в диаметре будет, внимание, на 10% меньше, чем в установленном рекорде. Ой, казалось бы, куда сложно. Меньше, то да? 7 миллиметров примерно он должен быть. Ну, если у вас получится, это друзья, сложно. Мы вас к этому призываем. Сделайте самый маленький спиннер в стране, а может быть и в мире. И, возможно, о вас мы расскажем в ближайшем понедельнике. Вот, мы ждем, друзья. Пишите. Друзья, это телерадиоканал «Страна FM». В эфире Влад Кутузов, Лиза Калинина. И, ты знаешь, я подумала, Земфира тоже рекордсмен. Как она много делает. Чами. Да. Просто на одном дыхании. Кстати, некоторые буквы из этой песни пересекаются с нашим следующим рекордом. Но я, кстати, хочу сказать, слушай, рекорды бывают разные, да? Бывают какие-то спортивные, когда... В прошлый раз мы рассказывали, уникальная девочка, она стреляет, стоя на руках, из лука ногами. Ого, какая. Что это вообще нереально просто повторить. Многоуровневая. Но бывают такие полуспортивные, бывают на смекалку рекорды, а бывают такие рекорды, которые касаются каких-то приготовлений блюд. Да, мы совсем недавно рассказывали о самой большой, по-моему, в мире даже яичнице или омлете. Какой-то нереальный там, чуть не километр в длину он был, его потом съели. Так мы напоминаем, что это все в нашей стране, это не где-то там. Да. Это именно рекорды нашей страны. Итак, друзья, прямо сейчас очередной рекорд. Елизавета, прошу вас. 14 февраля, в День всех влюбленных, а точнее в дни проведения 11-й зимней спартакиады публичного акционерного общества «Газпром» в Уфе на площади перед гостиным двором собран и съеден самый большой чак-чак в мире. Вот чами-чами откуда. Его вес? Его вес составлял 1143,5 килограмма. То есть тонна с лишним, представляете? Ну что, самое время на него посмотреть, мне кажется. Давайте попробуем. Рекорды страны на телерадиоканале «Страна FM». Ну вот, собственно, все и начинается прямо сейчас. Ага, вот он как, слушай, он огромный. Какой красивый. Ты любишь сладкий, Лиза, скажи, да, пожалуйста. Я люблю чак-чак. Смотри, кстати, он какой он громадный, ребят, кто нас не видит прямо сейчас. Он еще из нескольких таких, да, состоит штук. То есть он... В комплексе такой из мелких частей собран. Очень и красивый. Есть люди, которые, и народу, да, как много. Да, это грамота, которая была вручена, собственно, автору. Рекорд этого поставлен. Поставлен абсолютно, конечно. Супер. Ну, все довольны и рады. Рекорды страны на телерадиоканале «Страна FM». Этой акции, между прочим, я напомню, 14 февраля все проходило. Так вот, организаторы обратили внимание на традиционные национальные культурные ценности вместо вот этих валентинок новомодных, которые пришли к нам из Америки, из-за рубежа. У нас есть свои. Вот предложили влюбленным дарить сладкий родной чак-чак. Ну, кстати, смотри, композиция в виде золотисто-медового цвета кура из чак-чак, имеющий символический смысл, была признана стать посланием любви и мира как раз. Добрососедство, гостеприимства, семейных ценностей и традиций в некорпоративных спортивных состязаниях газовой компании, в которых приняло участие, между прочим, целых 2000 спортсменов, приехавших туда, естественно, со всей России. Я теперь буду вместо валентинок дарить чак-чак. Вот меня они заразили. В виде сердечка. Я верю. Так, да, можно просто чак-чак подарить, все будут довольны. Во всяком случае, нам это ближе намного, как мне кажется. В общем, если вы хотите установить такой же рекорд, то вам надо на 10% больше сделать чак-чака. Да. И съесть его потом. Получится. О, как. Друзья, это мы вновь, телерадиоканал «Страна FM» и «Книга рекордов России» продолжает знакомить вас со свежайшими рекордами, которые установлены у нас здесь, в России. В стране. Да, ну и, кстати, напомню, что сегодня мы рассказали про самый маленький спиннер. Уже. Он действительно был малепусеньким. Угу. С другой стороны, мы успели рассказать про самый огромный чак-чак, изготовленный был в Уфе. Кстати, весил 1100, ну, больше, чем тонна. Угу. Это нереально просто. Наелся весь город. Это точно. А мы смотрели на все это. Ну и прямо сейчас настало время еще одного рекорда. Рекорд такой, который Ну, я понимаю... Ну, давай так, это уже прям рекорд. Это рекорд. Ну, потому что теоретически, если серьезно... экстремальный. Да, потому что чак-чак, ну, в принципе, может испеть любой, да, человек? Группа людей. Да. Набрать там много всякого, да, продуктов и так далее. А вот здесь именно такие конкретные умения человека, которые он сам приобрел.
Тут не только умение, тут еще и моральные качества нужны специфически. Да. Подготовка. Да. Психика должна быть, знаешь, в определенном состоянии находиться. В эфире настоящий рекордсмен российский. Итак, друзья, о чем мы говорим? Говорим мы вот о чем. В декабре 2016 года, то есть полгода назад, ну чуть больше, в Москве здесь у нас был установлен вот какой действительно экстремальный рекорд. Голова человека, помещенная в наибольшее количество пасти львов за одну минуту. Ой-ой-ой. Итак, рекорд принадлежит человеку, которого зовут Алексей Сергеевич Макаренко. И за минуту он поместил свою голову в пасть 6 львов. Смотрим. Слушай, я не могу понять, как это происходило вообще. Давай посмотрим. Ну, давайте смотреть уже скорее, поехали, друзья, это интересно. Рекорды страны на телерадиоканале «Страна-ФМ». Так. Ой. Ну, собственно, мы смотрим. Ну, мы смотрим, а там все объявляется. Да, все говорят. Да. Открыл ему, одному. Слушай, открыл. Действительно. Так, первый пошел. А, ну он так, он только... Он даже отмечал, он пальцем говорит, первый он только был. Личиком вот так, второй. Видишь? Я думаю, он прям голову целиком. Слушай, ну Алексей Сергеевич отчаянный мужик, конечно. Третий. Смотри, он лицо, видишь? Да, полностью смотрит, практически. Проверяет горло. Четвертый. Он лор-врач. Язык высовывает. Конечно, облизывается. Сейчас будет пятый пошел. А время-то идет. Время-то идет. Слушай, это, блин, это нереально страшно. Минута заканчивается. И последний, шестой. Ой, не могу на это смотреть. Рекорд. Аплодисменты. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Слушай, ну вот далеко общем, вроде да, бы от этого находились, но страшновато, конечно. Героя зовут Алексей Макаренко. Это действительно рекордсмен, ну это правда. Итак, друзья, трюк голова пасти у 6 львов подряд дрессировщики репетировали. 4 года на это ушло. Угу. Ну, неудивительно, да, за один день этого не сделаешь. Но сейчас этот номер настолько опасен в исполнении, что его делают в особенных случаях. На постоянной основе для зрителей Алексей Макаренко показывает усеченный вариант трюка голова в пасти у 3 львов. Да, ну, потому страшно, что 6 как-то сложновато каждый день. Вот. Также помогает ему его супруга. Да, у него жена тоже непростая. Ольга Борисова делает это с одним львом. Вообще, я поняла, репетируют они вместе. Друзья, ну что интересно, что если вы хотите побить такой рекорд, нужно 7-му льву успеть за минуту засунуть голову в пасть. Да, абсолютно верно. Только 7-й лев вас спасет. И тогда вы установите очередной рекорд. И, конечно, возможно, и о вас тоже мы расскажем в одном из выпусков «Рекорды страны». И покажем, конечно. Какие люди живут в России? Да, вообще. Кстати, мне кажется, можно рекорд поставить, если угадать человека, который мать жены моего брата. Это кто? Я вот сразу не могу сказать. Мы уже долго думали, как-то получилось у тебя? Конечно. Давай да, мы тебе расскажем, Лиза, следующую программу, следующий понедельник. У меня брата нет, я представила наоборот. Снимем про тебя ролик. Понедельник я участвую. Друзья, на телерадиоканале «Страна ФМ» прямо сейчас продолжается наша замечательная рубрика «Рекорды страны». И прямо сейчас наступил тот самый долгожданный момент. У вас есть возможность выиграть классную кепку от телерадиоканала «Страна ФМ». Слушайте внимательно. Прямо сейчас зададим вопрос. Меня слушайте внимательно. Да-да. Итак, в 2014 году было зарегистрировано, внимание, самое массовое селфи в разных регионах нашей огромной страны. Все это проходило в рамках одного проекта. А точнее, самое массовое селфи в разных регионах страны было сделано для съемок фильма. И у нас вопрос. Какого? Есть варианты ответа. Первый – выпускной. Второй – елки 1914. И третий – Горько 2. Наш телефон 909-928-1-89-9. WhatsApp, Viber, SMS. Да, звонить туда не надо, присылайте только сообщение. Только писать. И 10-е сообщение с правильным ответом, будет выигрышным. Да, человек получит кепку от телерадиоканала «Страна ФМ». Лиз, давай еще раз вопрос. Давайте. Напомню я. Значит, самое массовое селфи в разных регионах страны было сделано для съемок одного фильма, который снимался. Какого? Тогда какого фильма? 3 варианта ответа. Вариант номер 1 – это фильм под названием «Выпускной». Вариант номер 2 – это «Елки 1914». И вариант 3 ответа – «Горько 2». Да, вот, я выбирайте. Повторю номер. Да. 909-928-1-89-9. Только сообщение, WhatsApp, Viber. Да, 10-й правильно ответишь и получит кепку от «Страны ФМ». Ну, ждем. А мы продолжаем знакомить вас с другими не менее значимыми и уникальными рекордами. Наибольшая длина стопы у женщины в нашей стране. Вот такой рекорд тоже существует. Ну, это не рекорд. Знаешь, я люблю рекорды, которые человек поставил сам. А здесь это при рождении, это как данность. Но все равно это рекорд. Ну, да, вот, но... Вот представляешь, у тебя стопа вот длиннющая, ты автоматом становишься. Значит, самая длинная стопа среди женщин. Женщина у Екатерины Лисиной, 87-го года рождения. Рекордсменка проживает в городе Лабинск, в Краснодарском крае. Длина ее стопы 305 миллиметров, то есть чуть более 30 сантиметров.
Ну, это какой размер? Слушай, я не знаю, сейчас пойдем в перерыв, надо измерить. Вдруг мы побьем ее, понимаешь? Давай следующий рекорд. Мы просто не подавали, понимаешь, заявку. Итак, телеведущий с наибольшим стажем ведения одной телепередачи. Это Сергей Петрович Капица. Он вел передачу «Очевидно невероятная» 39 лет, 3 месяца и 9 дней. А точнее, с 24 февраля 1973 года по 2 июня 2012 года. Слушай, ну я это хорошо помню. Мне кажется, начинал я передачу смотреть вообще еще, когда был грудным ребенком практически. Потом заканчивал, когда был уже абсолютно зрелым взрослым человеком. Ну вот, видишь, какой хороший рекорд. Капица, он, конечно, удивительный человек, удивительный ученый абсолютно. И, конечно, вот та харизма, которая у него была. Да, такой приятный, хороший. Стиль ведения совершенно непревзойденный. Ну что, друзья, впереди у нас еще много рекордов, и совсем скоро мы объявим победителя нашего. Да, который получит кепку от страны FM. Пишите, отвечайте. Итак, друзья, мы продолжаем. Это рубрика «Рекорды страны». Самые-самые яркие, талантливые россияне попали сегодня в наш эфир. В понедельник делимся мы тем, что нас удивило и порадовало. Вот далее продолжим. Ну, да? Смотрите, еще рекорд какой. Самая продолжительная стойка на одной ноге с закрытыми глазами. Ты пробовал когда-нибудь, нет? Я вот теперь хочу попробовать. Ну, стоял, да. Но это сложно. Но вряд ли, Лиза, это был рекорд. А рекорд был следующим. Значит, в марте 16 года установил его Пшихачев Мухаммед, 88 года рождения. Рекордсмен проживает в Кабардино-Балкарской республике. Итак, что он сделал? На одной ноге он простоял с закрытыми глазами 2 минуты 18 секунд. Смотри, какой регламент. Глаза нужно закрыть не пропускающий свет повязкой. То есть не просто так зажмурить глазки. Не работает такая схема. И опорная стопа не должна перемещаться. Поднятая нога не должна касаться пола и опорной ноги ниже бедра. А, то есть, знаешь, не вот так, как йоги встают, а просто... Ну, друзья, будет желание и время, обязательно попробуйте. Слушай, не могу не сказать еще. Вот про еду хочу рассказать. Давай. Можно? Самый большой салат оливье. 16 декабря 2012 года в Оренбурге приготовили самый большой оливье в нашей стране. Весил он 1841 килограмм. Почти вкусно. Эх, я к нему приложился бы, конечно. Все сделали. Лиз, давай объявим победителя нашей игры сегодня. Давай. Итак, друзья, дорогая Маша из города Петербург. Санкт-Петербург, номер заканчивается на 1727, написала нам в Вайбер. Правильный ответ. А ответ какой? А какой правильный ответ? Самые массовые селфи в разных регионах нашей страны было сделано на съемках какого фильма, мы спрашивали. Да. И Маша ответила... Ёлки 1914. Да, это абсолютно правильный ответ. В коллективных, ну скажем, себяшках приняли участие аж 2632 человек. Машенька, кепка от страны FM отныне ваша. Скоро совсем вы ее получите. Да, друзья, ну и нам осталось напомнить, что если вы захотите установить свой собственный рекорд, прославиться на всю страну и захотите того, чтобы мы вас тоже рассказали, это вполне себе возможно. Первое, вы должны быть гражданином Российской Федерации. Да, это второе. Даже в первое должны зайти на сайт книгарекордовроссии.ру. Там в разделе «Установить рекорд» заполнить специальную анкету, такую небольшую заявочку. Ну и да, российское гражданство должно быть. И возможно, вы станете героем нашей рубрики. По понедельникам из 10 до 11, может, мы расскажем именно о тебе. Ну, а на сегодня у нас все. Да, мы вас целуем крепко. Да, прощаемся с вами до завтра. Все это время с вами были Лиза Калинина. Влад Кутузов. Друзья, спасибо, хорошего вам утра. Оставайтесь со страной FM. Всем пока и счастливо. Пока. Рекорды страны. На телерадиоканале «Страна-ФМ».